Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Тема нашої сьогоднішньої прес-конференції – як уникнути осінньої депресії. Сьогодні нам буде розповідати свої поради про свою практику практичний психолог Юлія Гуртова. Я вас вітаю. Добрий день! Ну, розказуйте нам, будь ласка, що ж таке осіння депресія? Чому вона виникає саме восени? Чи це стереотип? І про причини виникнення такої хвороби, якщо можна це так назвати. Да, есть такое понятие, как осенняя депрессия. Это не совсем та форма депрессии, которая выделена как понятие в психиатрии. Это можно назвать осенняя хандра, которая наступает в виде ощущения внутри себя, как таких вот чувств, как печали, грусти, тоски, небольшой какой-то внутренней зябкости, ощущение одиночества возникает, да? Кажется, что, может быть, не хочется вставать, не хочется куда-то идти и двигаться, но при этом я все равно встаю, я могу объяснить себе, что нужно, все-таки есть работа, есть какой-то процесс, да, и могу поднять себя. То есть мы таким образом различаем, что это не депрессия, когда нужно уже обратиться к психотерапевту, психиатру и действительно за лечением, за каким-то, да, а это просто вот такая хандра, которую я ощущаю, но могу регулировать ее. В связи с чем она наступает? Есть несколько предположений, да, то есть первое, такой более поверхностный процесс, это уменьшается световой день, солнышко меньше, нам хочется где-то у нас такое больше тумана, больше туч, да, на небе, и получается, что мы чувствуем, что как будто бы не хватает просто элементарно, гормон не выделяется серотонин, да, и больше выделяется гормона мелатонина. То есть получается, что у нас вот гормон удовольствия, радости, он снижается в своем выделении, и, соответственно, мы чувствуем такое ощущение, как будто нам становится грустно. Если посмотреть немножко глубже с точки зрения психологической работы психики человека, то это такая некая более глобальная проблематика, поскольку если мы, ну как бы для человека, что его делать счастливым? Его делать счастливым, когда он может реализовывать собственные цели, он знает собственные цели, то, куда он хочет идти, и способен их реализовывать. Но большинство населения на сегодняшний день, и тех, кто обращается, мы видим, что люди либо не знают собственных целей, либо знают, но ничего не могут сделать, чтобы реализовать, как будто бы им тяжело это делать. И получается, что во время осеннего периода, если весна, лето – это подъем, да, то есть все цветет, все расцветает, там почки, овощи, фрукты, путешествия, то кажется, что мы в активности, как будто цели реализуются, то осенью мы наконец-то себе задаем внутренний вопрос, двигаюсь ли я туда, куда я хочу двигаться, получаю ли я то, что хочу, живу ли я с тем человеком, которым я действительно люблю или не люблю, любимая ли у меня работа. То есть вот таких много вопросов возникает именно осенью, как в период такого внутреннего синтеза. Вот. И поскольку ответы не всегда у нас внутри положительные, а прямых вопросов себе для того, чтобы проработать действительно психологов, мы не задаем, то у нас формируется такая блокировка внутренняя, и мы просто чувствуем, что что-то не так, понять, что не так, не можем, и просто вот ощущение такое, что двигаться не хочется, что-то не то в жизни происходит, и поэтому лучше подольше поспать. Які ж причини боротьби з таким станом і, можливо, різні методи, різні підходи у цій боротьбі? Розкажіть про них, будь ласка. Якщо теж більш прості речі, то можна в період осені активизировать, но поскольку снижается темп, немножко снижается наша активность, то каким-то образом поднимать ее. Например, элементарно спорт, бег, какие-то физические нагрузки, они формируют такую кровотоки хорошие, да, и активность повышается. Те же танцевальные упражнения, да, то есть танцы, они заряжают нас позитивной энергией, то есть
обращаться к тем видам спорта и той деятельности, которая нам нравится, которая нам приносит удовольствие. Более того, поскольку очень сильно чувствуется состояние где-то тоски и одиночества, то лучше идти в группы к людям. И к людям по интересам. Например, если мы записались в группу по танцам, то там есть единомышленники, которые тоже любят этот процесс, да, и у нас такая формируется микрогруппа, в которой все, у всех есть общий интерес. И тогда мы чувствуем, что я не один, вот со мной есть люди, которые тоже себя там в жизни могут чувствовать не очень хорошо, но здесь нам всем хорошо. Плюс еще важно увеличить свой световой день, естественно. Да? Можно чуть раньше вставать, хотя кажется, что осенью, наоборот, хочется дольше поспать, но на самом деле это немножко обманка. Лучше ложиться раньше, когда солнышко на закате, там часов 10, и вставать в 6-7, тогда мы чувствуем, что контакт с солнцем у нас идет больше по времени. Плюс очень хороши прогулки элементарные, вроде как становится прохладнее, даже холодно, где-то зябко и не хочется выходить на улицу, но наоборот, одеться потеплее и 15, 20, 30 минут погулять, а выходные дни и по полдня именно погулять на воздухе. То есть это активизирует внутренние процессы, и мы можем регулировать тогда это состояние такой хандры, депрессии маленькой. И плюс еще очень классно заняться, например, саморазвитием в этот период. Если не говорить даже про глобальные цели, поскольку человек, ну, действительно человеку очень трудно без специалистов, без помощи или там, без определенных курсов пойти и структурировать свой жизненный вообще общий процесс. Но саморазвитие в какой-то одной сфере, например, оно очень сильно может помочь. Например, мы хотим себя усовершенствовать там, в медитациях, например, или усовершенствовать себя в каком-то качестве, навыки, да, в кулинарии. И вот на этот спектр осенней хандры мы, например, себе ставим такую маленькую цель, которую реализовываем. И тогда у нас появляется драйв, интерес, и вот сразу же уходит вот это состояние излишней грусти. Як я розумію, там попереднє питання, яке ми тільки що вам задала, воно пов'язане з наступним, і все ж таки, от вберегти себе від депресії, аби вона не настала. Там, наприклад, я знаю, що я маю можливість її підсипити, стати теж мати осінню депресію. Як мені уникнути обійти її стороною? Первое, вот какие люди подвержены этому виду хандры, да? Те, кто постоянно находится в стрессе, от чего у нас возникает стресс? Обычно от разрыва между желаемым и действительным, да? Когда мы очень сильно чего-то хотим и не можем этого достичь. Это может быть в работе связано, это может быть, когда нам ставят какие-то задачи, например, начальство, которые для нас труднодостижимы. То есть у нас такой высокий порог стресса. И во время осени, да, нам кажется, что нам хочется просто отдохнуть элементарно. Потом люди, которые подвержены к там, физическим заболеваниям или психологическим заболеваниям, то есть психологически неустойчивые, у которых есть какие-то невротические проявления. Да, у нас очень много вот людей, у которых есть такие формы проявления. И для того, чтобы не попасть в это состояние, очень важно настроить себя летом на то, чем я буду заниматься осенью, подготовить заранее. Потому что осень наступает внезапно, как будто бы раз, и мы оказались в каком-то новом пространстве жизни для нас. Да? То есть все умерло, как бы условно, и еще ничего не родилось. Даже зимой, когда мы видим снег, то у нас уже появляется чувство детскости, радости, и там уже все хорошо. А вот осень — это период, когда опадает листва, и нам кажется, что все закончилось. И вот для того, чтобы не было ощущения, что все закончилось, летом нужно хорошо продумать свои цели, планы, что бы нам хотелось сделать до зимы. Вот прям вот этот период, полгода до зимы, например, продумать в июле, до января, что бы мы хотели реализовать в своей жизни. И когда у нас вот этот план есть, и помесячно даже расписан, то мы просто идем по этому плану, и тогда
порог вообще может не наступить, вообще не наступает вот осенняя хандра, потому что есть чем заниматься. Вот. Но поскольку, как я уже говорю, обычно людям люди не настраивают свой ритм и график, а все-таки они принадлежат каким-то системам, каким-то работам, да, то вот, вот это состояние, то есть они не управляют своей жизнью, то тогда возникает эта хандра. Поэтому если человек все равно находится в обстоятельствах, когда он не может организовать свою жизнь так, как ему хочется, то хотя бы поставить какую-то небольшую цель, любую небольшую цель на полгода, которая легко достижима и интересна для человека. Витаминизация понятна, фрукты, овощи понятно, летние, да, это обязательно насытить организм, но, как показывает практика, от того, что мы даже употребляем много полезной пищи и вроде витаминизируемся, все равно у нас это состояние возникает. До якого моменту такий стан має залишатися нормальним, коли не варто там звертатися за порадами психолога, не варто бити тривогу, а у який момент вже все ж таки варто замислитися, що щось не так, тому що можна переплутати осінню депресію з поганим настроєм і думати, що там все погано і так далі. А от у який момент дійсно зрозуміло, що варто звернутися за допомогою професіоналів або хоча б от просто... Так. Угу. То есть у нас есть психологи, психотерапевты и психиатры, которые могут помочь человеку справиться с этим состоянием. Когда мы чувствуем просто внутренний дискомфорт, внутреннее состояние печали, грусти, может, нам хочется больше плакать или какая-то внутренняя тоска возникает, но при этом мы можем быть продуктивными, мы все равно говорим себе, объясняем, что нам нужно на работу, и мы встаем и идем, мы встречаемся с друзьями, мы общаемся с детьми спокойно, да, когда у нас не повышается порог агрессивности, чтобы все оставили меня в покое, то тогда это не требует каких-то вмешательств, то есть собственная саморегуляция, еще раз говорю, прогулки, выстраивание ритма дня и постановка любых целей на саморазвитие уже даст хороший эффект. Если мы не можем справиться с этим состоянием, например, у нас наступают сильные приступы агрессии в этот момент, когда нас трогают, и мы начинаем просто конфликтовать со всеми людьми, то есть и мы не можем с этим справиться, как только выходим из конфликта, сразу у нас глубокая печаль, тоска, и не хочется поднимать руки-ноги. Или утром мы встаем и не можем справиться со своим телом, просто сгрести себя с кровати, и звоним на работу и говорим, что сегодня плохо себя чувствую и не смогу быть. То тогда, конечно, этот процесс не стоит усугублять больше, лучше обратиться для начала к психологу. Психолог, он хорошо диагностирует, какая степень депрессивного состояния на сегодняшний день. И если это легкая степень, то психологическими методами психологи у нас являются и психотерапевтами, не медицинскими. И с помощью психотерапевтической работы мы сможем вывести человека, помочь ему действительно выйти из этого состояния. Если уровень депрессивности уже будет высокий, то психолог это увидит и перенаправит к специалисту с медицинским образованием. Чи просліджується на вашому власному досвіді, чи просліджується динаміка збільшення кількості людей, які страждають від осінньої депресії, від хандри такої? Якщо ми беремо статистику ВОЗ, все-таки количество людей, которые, ну, осеннее состояние, все психиатры, психотерапевты, психологи знают, что увеличение тревожности происходит, люди себя чувствуют, именно вот вдруг начинаются, даже до панических атак доходит, да, то есть необоснованные состояния, то, чего нету летом и в той же весной, например. Поэтому мы все готовимся, конечно же, осенью к большему приему людей,
потому что просто возникает необходимость. Но опять-таки сейчас очень много техник саморегуляции, и у нас очень много информационного пространства, и я знаю, ну, действительно большое количество людей проходит всевозможные психологические курсы, практики, тренинги, медитации, йоги, да, то есть очень много подготовительной работы проходит, и поэтому сказать, что сейчас с каждым годом увеличивается количество, но не могу сказать, наверное, это просто такая балансная статистика, что в любом случае это состояние наступает у достаточно большого количества людей, но так, чтобы это был массовый бум похода к специалисту, нельзя сказать, то есть, потому что есть очень много техник саморегуляции, которые человек может даже самостоятельно посмотреть в интернете. Но есть такое правило и рекомендация от психологов, что для профилактики в это время года лучше, ну, хотя бы раз в две недели просто походить к психологу для того, чтобы нормализировать внутреннее состояние, то есть для профилактики. И тогда где-то вот осенняя депрессия длится до зимнего периода, где-то 2-3 месяца, и вот в этот период было бы хорошо вот просто пообщаться с психологом, попроговаривать что-то, и тогда порог тревожности снижается, и этой внутренней хандры тоже, и мы нормально переходим в новое состояние. І тим не менш, як я зрозуміла, впоратися з осінньою депресією можна самостійно, не звертаючись за допомогою психолога. Да, можна з любим, опять-таки, смотрите, здесь всегда есть порог. Порог, когда человек не может справиться. То есть наша задача, конечно, чтобы каждый человек мог самостоятельно организовывать себе техники самопомощи, как в здоровье. У нас есть физическая самопомощь, да, когда мы профилактика здоровья делаем, так и психологическая самопомощь. Но поскольку не все люди могут себе вести это в правила жизни, в ежедневный ритм дня, и действительно у нас возникают состояние тревожности, которые мы уже не можем справиться, не можем регулировать, не можем управлять, поэтому сейчас, на сегодняшний день, здраво пойти к психологу, поскольку это вообще доступный процесс абсолютно, и не затягивать с этим процессом, не пытаться очень долго всеми силами справиться, потому что иногда сейчас, даже сейчас приходят люди и волнуются, что пришли к психологу и не справились с чем-то, что в их жизни возникло, хотя это такой же специалист, как и другие, там, бухгалтер, я не знаю, медик какой-то, да, которому просто нужно прийти за профилактикой. Вот, и это, ну, наша рекомендация, что это действительно для каждого человека просто необходимо. Дійсно, дуже важливий момент, що це така тонка межа, і спочатку осіння депресія – це просто хандра, а потім вона проростає в справжню депресію, з якою вже набагато важче боротися. Перерасти она может, но это далеко не у всех, это небольшой процент людей, у кого она перерастет действительно в такую серьезную депрессию. И поверьте, вот серьезную депрессию вы не пропустите, вы ее увидите, увидят ваши родные и близкие. Вокруг вас все как бы будут вам говорить, что вы не хотите с ними общаться, будет такой вот посыл от них идти, что вы чрезмерно стали взвинченный, агрессивный человек, что много лежите, хочется лежать в кровати, да, то есть такие люди вокруг вас начнут о вас волноваться, и это уже признак того, что нужно обратиться к специалисту и просто вот хотя бы на один прием посмотреть, насколько это состояние сейчас является еще саморегулируемым, или лучше, чтобы помог специалист в этом процессе. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні на питання щодо осінньої депресії, як з нею боротися і як її уникнути, нам розповідала практичний психолог Юлія Гуртова. Я вам вдячна за всі відповіді. Я сподіваюся, у вас не буде ні осінньої депресії, ні будь-якої іншої. У будь-яку пору року ви завжди будете посміхатися. Ми посміхаємося вам, бажаємо гарного дня. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Не перемикайте і до нових зустрічей.